И всем привет, с вами Зуру, и это очередной хал. Этот хал я покупал давно, вот, но я не успевал, как я говорил в подкасте, что я не успевал снять. И вот, наконец-то, я снимаю. Значит, что я в этом хале имею? Значит, я имею три минифигерса с 12 серий, то есть лего мультика, вот. Я уже не помню, кто здесь, поэтому я не знаю, кто здесь. Дальше я купил, значит, Lego Ninjago Master of Speed Duty, Hover Hunter, вот, здесь есть Nindroid, Echo, вот, классный набор, вот, я, может, еще с этой серии сколько-то не куплю, может, два набора, этот мне понравился, поэтому я взял, вот, классный набор. Дальше я... Журнал тачки купил, вот я покажу вам, наверное, в следующем видео. Вот, и здесь машинка у нас GSP Motoros, то есть это друг Франческо Бернули вроде бы. Вот, и еще Polybag, Lego City Police. Вот, напишите в комментариях под этим видео, как вот этот набор называть, потому что, видите, здесь нету, а я не знаю, хотя я могу сам найти, но... Если вам не жалко, то напишите, как этот набор называется. Вот, спасибо, что напишите. Надеюсь, вы напишите. Вот, это 2014 года набор. Вот, и он мне понравился, и я его решил взять. Вот, вот такой вот хау. Вот, все это она будет мне показывать вам. Так что, вот так вот. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте пальцы, комментируйте, подписывайтесь. На этом все. Всем пока.